Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Итак, мы собираемся поговорить о Димаше и Элвисе. Так что посмотрите, что у меня тут есть. Это мои заметки. У меня есть вот это. Это Элвис. И я действительно планирую поговорить об Элвисе, о Битлз и, возможно, немного о Майкле Джексоне. Потому что мы говорим о культуре, всемирном культурном феномене, да? Тогда я считаю, что у Димаша есть потенциал, чтобы стать следующим феноменом мировой культуры. И поэтому у меня есть это. Да, неплохо. Итак, Элвис, Димаш. И Димаш изучал карате, то есть тэквондо. Димаш сделал это немного выше. Я имею в виду его ногу. Да, он так умеет. А вот еще одна вещь. Итак, я хотел бы начать разговор с Элвисом. Но у меня есть и другие вещи тут. Например, это захватывающая новость, которую все знают. Это то, что Димаш сказал, что он приезжает в Америку. Он приезжает в Америку сегодня. Или что-то в этом роде. Итак, у меня тут есть мои небольшие заметки. Поэтому добро пожаловать в студию инфоартиста Джей Кей, The Good Info Cafe. Так что я хочу дать вам хорошую информацию, ведь я информационный художник, поэтому я хочу дать хорошую информацию. И я не идеален, поэтому если я и говорю что-то не так, мне нужна обратная связь. Мне нравятся комментарии с вашего канала. И у меня есть почти 150 тысяч просмотров одного нашего последнего интервью. Да, и вы стали очень известным человеком в Казахстане и в России, да и во всем мире. Я хочу вам сказать, что у меня есть большой сюрприз, но это произойдет не раньше, чем через месяц. Я не хочу заранее об этом рассказывать, но это большой сюрприз. Это будет весело. Вы знаете, очень приятно иметь свой канал и всех слушателей, для которых я приготовил сюрприз. Это случится примерно через месяц, и очевидно, что это связано с Димашем. Можно сказать, что он меня вдохновил на это. Но я хочу напомнить, что я нахожусь в районе Вашингтона, округ Колумбия, прямо за моим окном Белый дом, примерно в 9 милях отсюда. Конечно, мы знаем, что Димаш родом вот отсюда, верно? И он едет в Америку. Так что вот Казахстан на берегу Каспийского моря. О, а здесь находится Санкт-Петербург, да? А вот здесь Казахстан. И вот здесь находится Иерусалим, и я кое-что расскажу об этом позже. А затем в США и весь остальной мир. Иногда нужно стряхнуть мир. И потом вот этот глобус со снимком из НАСА. Здесь нет границ, потому что Димаш говорит о том, что он патриот своей страны. Димаш любит свою страну. Это для него очень здорово, что он приносит свою казахскую культуру всему миру. Это другой уровень по сравнению с Элвисом, Битлз и Майклом Джексоном. И мы поговорим об этом позже. Но да, вы можете любить свою страну. При этом вы также можете иметь универсальную музыку и универсальную культуру и не иметь границ. Потому что мы все являемся частью человеческой семьи. И Димаш сообщает именно об этом. Иногда мир поражает нас, а иногда мы должны нанести ответный удар по миру. Потому что в мире есть сумасшедшие глупости и замечательные вещи. И я хотел бы услышать одну цитату Димаша. Он как-то сказал, что действительно зол на политиков, которые слишком легко втягивают нас в войну. Димаш здоровый парень, и у него есть преимущество. И одна из сильных сторон в том, что он видит слишком много войны. Вы знаете, если кто-то ударит меня по лицу, я могу подставить другую щеку. Могу заблокировать удар или ответить. У нас всегда есть эти варианты, но там слишком много войны. Так что Димаш назвал это эпицентром мирового шоу-бизнеса. Потому что он красивый парень, потому он может заниматься моделированием, и у него есть свой стиль.
он снимает некоторые видео, в которых он сам играет роль. Так что он артист шоу-бизнеса. Вы знаете, я действительно обратил внимание на то, что он сказал, что это эпицентр мирового шоу-бизнеса. У него самый лучший голос, который у него уже есть. И насколько мне известно, он достиг вершины. У него величайший голос, который я когда-либо слышал. И очень круто то, что он сам пишет песни, которые он сам играет на инструментах. Я имею в виду, что он очень хорошо играет на пианино. Ведь симбиоз между инструментом и человеком огромен. Это мощная вещь. Поэтому я хочу видеть, как он делает это на концерте. Мне хочется кое-что пояснить, потому что Ваня из Алга-Петербург спрашивает мое мнение о Димаше и его будущем. Так что я хочу пояснить, что Димаш уже в пути, он уже мировая звезда, он хочет ворваться на американский рынок. И это умно, потому что это последний этап того, чтобы принести мир всему земному шару. На американский рынок труднее всего проникнуть. И есть много вещей, которые сильно отличают американский рынок от китайского рынка. Он изменил китайский рынок. И это было так здорово, что примерно за 2 дня 650 миллионов человек посмотрели его видео SOS. Но Америка другая. В Америке все намного сложнее, и Димаш со своей командой знают об этом. Они приезжали в Лос-Анджелес, кажется, это было в 2017 году. Это были Дни культуры Казахстана в Лос-Анджелесе. Это были его гастроли, тогда он посетил звезду Майкла Джексона. Потом он снова приехал на этот ужасный конкурс певческих талантов «The World's Best». И это было ужасно, но он отлично справился. Он был великолепен, даже в те сжатые 2 минуты, выделенные на каждую песню. Это еще одна вещь американского рынка — их контроль. Эта американская машина держит все под жестким контролем. Я жил рядом с той женщиной из шоу «Faith Hill». Сейчас я живу здесь, но раньше я жил в Нэшвилле, штат Теннесси, и делал там музыку. Она жила недалеко, она как-то сказала: «Тут вам не бесплатная сцена». Так что да, они уже знают об американском рынке. Я не помню, чтобы его родители на публике говорили что-то вроде: «Что? Что это такое?» Конечно, они уже об этом знают. И как я уже говорил, только 10% американского музыкального бизнеса на самом деле это развлекательный бизнес. Это то, чего он хочет. Все это развлекательный шоу-бизнес. Только 10% будут хорошими и полезными для него, но 80% надо выбросить в мусорный бак. По крайней мере, большую часть этого. В любом случае, я думаю, вы поняли мою точку зрения. Я сделал тут несколько заметок. И что касается моей точки зрения, то я буду говорить о Димаше и американском рынке. Поэтому я хочу сказать, что изучал классическую музыку у одного из величайших учителей вокала 20 века. Если кто-то хочет знать об этом, он может спросить в комментариях, и я могу рассказать об этом поподробнее. Я пел оперу, художественные песни, я пел в театре, а также я пел классику, госпел, кантри, поп, рок и почти все стили. Я имею в виду то, что я понимаю музыку и у меня есть опыт. А также у меня есть степень в области популярной музыки и американской культуры в университете Мэриленда. И у меня есть степень магистра по педагогике. И на самом деле я уже слушал по радио Элвиса, когда мне было всего 2 года, и когда Элвиса еще никто не знал. И я также впервые услышал Битлз в Америке по радио, потому что они играли здесь, в Сильвер Спринг, штат Мэриленд. Примерно в 2 милях отсюда была радиостанция в Бруквилле. Она называлась «Серебряная весна» в Мэриленде. Это была радиостанция, на которой впервые в Америке прозвучали Битлз. А все потому, что 15-летняя девочка из средней школы неподалеку отсюда позвонила на радиостанцию и попросила поставить Битлз. А ее спросили, кто такие Битлз. Это было осенью 1963 года. А давайте я вам проведу небольшую экскурсию. Я надеюсь, что у меня это получится. Давайте просто посмотрим. Итак, посмотрите, что у меня здесь. Вы можете увидеть плакат «Битлз», который мне подарила моя тетя в 1964 году. И на этом плакате есть их подписи. И это не напечатано. Тут написано 1963 год, но я получил его в 64-м. Здесь вы видите все мои гитары. Вы видите? Да. Похоже, наша гитара в студии не совсем правильная, и нам нужно ее повернуть в другую сторону. Да, кстати, а кто-нибудь из вас, ребята, играет на вашей гитаре? Да, мы играем на ней очень простую музыку. Не Битлз, конечно, но что-то вроде русской кантри-музыки. О, хорошо. Да, нам следует ее развернуть. Да, наверное, вы правы.
Вам также стоит увидеть мою карту мира. На этой карте есть только континенты. У нее нет границ. А затем посмотрите мой белый альбом 50-го года. Вы видите этот журнал? Это книга Библия для Beatles. Это большая книга. Это мой альбом Beatles под названием Abbey Road. А вот с этим всем я вырос. Это моя коллекция группы Queen. Тут книги, альбомы и все такое. А я хочу показать вам это. Вы видите, это моя коллекция музыки 45-х. Посмотрите, у меня здесь есть. Вы знаете Диану Анкудинову? Она исполнила эту песню. А у меня есть оригинал 45-го года. Так что вот моя коллекция с 1945 по 69 год. Это моя Святая Библия. Так что это была моя небольшая экскурсия. У меня получилось? Да, нормально. И теперь мы знаем, что вы вроде как миллиардер, потому что у вас так много дорогих старых дисков. О да, у меня таких дисков около 100 штук. Хотя кто-то украл у меня Бон Джови, но в любом случае это уже другая история. Тогда я был слишком доверчивый. Итак, мы здесь, чтобы поговорить о том, что Димаш приедет в Америку. И в прошлый раз вы задали отличный вопрос о том, на какой стадии карьеры сейчас находится Димаш. Размышляя о том, на какой стадии, я думаю, что самая большая проблема — это американская машина шоу-бизнеса. И вот все мои заметки на сегодня. Похоже, я не смогу их использовать. Но вот список. И я не хочу слишком много рассказывать. Тут указаны все, кого использовала и кем злоупотребляла машина. Вы знаете, Майкл Джексон дал нам отличную музыку. Так что машина его вдохновила и помогла, но также машина его уничтожила. К слову сказать, таков не только американский шоу-бизнес, такова еще и американская культура. Тут указаны Майкл Джексон, Элвис Пресли, Принц, а Элвису было всего 42 года, Принцу было почти 57, когда он умер. И еще тут есть Уитни Хьюстон, Джим Хендрикс, которому было 27, Джону Леннону было 40, Джорджу Харрисону было 58, у него был рак. В общем, вот весь список. Но вот здесь указаны все, кто выжил. Вы знаете композитора по имени Ирвинг Берлин? Нет. Он написал гимн «Боже, благослови Америку». Родился в России. Еще тут есть Луи Армстронг, Уилли Нельсон, Джонни Кэш, Марай Керри, Стиви Вандер. Так что есть те, кто выжил. Но самый известный из них был Боб Дилан. Я также вижу в списке Селин Дион. Да, этим артистам удалось выжить, но слишком много великих артистов все-таки было уничтожено этой машиной. Видимо, поэтому Димаш хочет однажды спеть Селин Дион. Да, ей удалось выжить в этой машине, и она молодец. Поэтому она может научить этому других. О, есть одна идея. Я хочу опять немного поговорить о песне «Be With Me». Она мне очень нравится. И вот какая идея пришла мне в голову. Идея только моя, потому что я восхищаюсь Димашем. Если бы он сделал дуэт с Селин Дион, с Рианой или с Бейонсе, я имею в виду дуэт, в котором они спели бы эту песню, и еще они бы станцевали, это было бы супер круто. Так бы и было, потому что эта песня уже горячая штучка. И на том уровне, где он мужчина с двумя хорошенькими девушками. И вы же знаете парней, нам всегда интересны машины. Да, но честно говоря, я думаю, что эти артистки слишком взрослые. Да, это может не сработать для них. Но может тогда Рита Ора, которая из Англии? Да. А также есть леди из группы Blackpink. Ну, я бы остановился на своей идее, потому что Димаш прорывается на американский рынок, на западный рынок. И это будет американская певица, которая уверена, что поет с величайшим певцом. И это будет еще одна вещь, которая поможет в сопротивлении с людьми со сложным эго. Я говорю не о Димаше, он скромный и правильный, и у него есть преимущество. Это его песня «Война и мир». И это могущественная вещь, чтобы передать послание всему миру. Может быть, Тейлор Свифт? Кто?
А, Тейлор Свифт. Она не такая большая танцовщица. Я не уверен, что она подойдет. Но в любом случае, это была просто идея, которая просто пришла мне в голову. Потому что это классная песня. И я не могу дождаться, чтобы опять увидеть это выступление. Там был фрагмент около 30 секунд, где звучит очень хроматичная мелодия. Это очень круто. Итак, продолжим. Мы собирались поговорить об Элвисе и Битлз. Я также собираюсь немного поговорить о Майкле Джексоне. Может быть, я смогу отправить это для вас? Да, было бы неплохо. Я сфотографирую это и пришлю. Итак, мы говорим о культурном явлении в искусстве и в музыке. Движение в музыке и танцы, стиль танцевальной одежды, а затем отношение ко всему этому. Это ингредиенты этого культурного феномена. Вы знаете, у Элвиса была музыка, у него были свои уникальные движения, у него была особая прическа, и он был красивым парнем. Это все по этой теме. А затем его отношения. Что-то мне подсказывает, что сейчас нужно включить одно видео с вашего канала. Что касается отношения, Димаш — скромный и уверенный лидер, обладающий харизмой, уверенностью. При этом он сильный, но добрый человек. Так что это составляющие культурного феномена. И есть еще некоторые другие. Вы знаете, что элементы должны быть узнаваемые во всем мире. Так что Элвиса, Битлз и Майкла Джексона узнают на всех континентах по всему миру. И еще сюда нужно добавить талант и тяжелую работу. Все эти парни, Элвис, Битлз, Майкл, они все были уникальными, как и Димаш. Если фильм вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить важные новости о любимом артисте. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам! Команда «Алга Петербург».